Во времена СССР закрытие границ, невозможность выехать гражданам на отдых было жизненной необходимостью в капиталистические страны. Так вот, вот прямо сейчас у нас идет постепенное нарастание политической и военной напряженности. У нас уже все менее прозрачными становятся границы. Во многие страны невозможно выехать. Вот сейчас, например, обрубают возможность выезжать в Турцию. А тогда мы находились во враждебном окружении, и противник вокруг нас вешал железный занавес. Вот. Было это необходимостью или нет? Я думаю, что было.